Всем привет, думаю, по названию видео вы уже поняли, что будет в нем говориться. Я вкратце расскажу про историю моего канала, который я создал уже год назад, и по сей день пытаюсь развивать и продвигать его. Прошло чуть менее года со дня рождения моего канала, а сам канал я создал 19 октября 2022 года. Хотя еще в 2021 я снимал на YouTube, но неизвестным никому и мне никнеймом и псевдонимом. Я надеюсь, что у меня получится хоть какие-то успехи в сфере YouTube, но в последнее время я потерял большую часть своей надежды. Ну что ж, давайте перейдем к основной части моего рассказа. Поначалу в то время я очень любил игру на фоне под названием Madol 2, и по сей день я играю в эту игру. Мне нравились некоторые блогеры, Фракос, Кабан, Харю и другие. Если не ошибаюсь, мое первое видео было про такси или же маршрутку, а видео про маршрутку стало моим первым популярным видео, набрав около 5100 просмотров. Примерно через неделю у меня появилась аудитория, которая играла в Madol. Точно после этого что было, я не помню, ибо у меня не сохранились фрагменты других видео, которые я снимал. В основном мои видео по Madol 2 были юмористическими. Я до сих пор помню сцену в такси, где клиент, который говорил по телефону, говорил о болезни кота, от которой он все время пердел и срал. К началу 2023 года у меня было менее 80 подписчиков, и я считал это должным. Но всему помешала школа и моя лень. Я просто перестал выпускать видео. И используя данные в творческой студии YouTube, я могу сказать, что официально я забросил канал в период с 28 по 4 января. С того времени у меня больше не было роста просмотров, и тогда начало моего канала заканчивается. Начало не конец, так что переходим к истории. Примерно к 10 февраля я возобновляю работу над каналом. И в этом мне помогает мой друг из одного ролеплей проекта в игре, в котором мы вместе снимаем много видео. За время, когда я ушел с канала, у меня достигло 100 подписчиков, и именно из-за этого я решил вернуться. К сожалению, уже к апрелю я начинаю забрасывать канал. Причины все те же. Учеба все еще есть, и 3 апреля я удаляю все свои видео на канале. Но не все так быстро, вернемся назад. Примерно 9 марта я начинаю снимать Countryball. У меня очень плохо получалось, но у меня шли просмотры. В неделю у меня было 1500 просмотров, я считал это ну очень колоссальным числом, когда все еще снимал Madol 2. Но все же, после этого, 13 июня я снимаю неизвестное мне видео, и поэтому просмотры снова начали расти. Да, в то время были каникулы, было бы лучше, если бы я именно в то время начал снимать видео. Что ж, переходим к конечной стадии нашего видео. Можно сказать, второй день рождения канала это 10 августа 2023 года. Именно в этот день я снял свое первое видео, «Потопление Титаника». Я тогда был фанатом кораблей, да, я признаю, это был какой-то кринж. Думаю, вы уже поняли. Итак, после этого я реально мотивируюсь на процветание моего канала, я снимаю очень много видео. В то время я натыкаюсь на ютубер Great Melon Playground, который снимал одноименную игру. Я очень любил смотреть его и смотрю даже сейчас. Я набрался у него очень много идей, да и сейчас я периодически захожу на его каналы Майнкрафт и так далее. В общем, данный ютубер один из ростков моего успеха. Игра Melon Playground, наверное, самый первый мой успех. Видео по нему имеет самую большую популярность на моем аккаунте, более 5000 просмотров. Позже я начинаю иногда снимать Roblox, это также дает мне чуть успеха. Иногда снимаю видео про авиацию, мне это нравится. И самое хорошее это шортс видео, почему-то именно они у меня имели самое преимущество над другими видео. И на данный момент, как я уже говорил, я бы снимал видео с начала лета, но моя лень не дала это. Что ж, я сказал всем спасибо за просмотр.
Но то, что у меня нет надежды, это не в том смысле. У меня есть надежда, есть подписчики и аудитория, хоть и небольшая, но есть. Всем спасибо за просмотр. С днем рождения, мой канал.